Дорогие друзья, братья и сестры, я тоже вас всех сердечно приветствую. Мне тоже очень-очень радостно быть среди вас, видеть ваши молодые, очень приятные лица, слава Богу. И, конечно, хотел бы наперед поблагодарить вас за ваше внимание. Следующая тема, которую мы... мне бы хотелось поделиться с вами, о которой мне хотелось бы вам рассказать, это то, что мы можем, что Библия говорит нам о Боге Творце. Но вот свои рассуждения о Боге Творце мне бы хотелось ну, вот так вот построить, как ответ на вопрос, который перед вами. Что мы можем знать о Боге? Ну и мне хотелось бы в первую очередь сказать, что это цитата из библейского стиха. Я потом скажу, откуда это. То есть, ну, вот такой вот ответ на вопрос, что можно знать о Боге из окружающего нас мира. То есть мы попробуем вот ответить на этот вопрос. Хорошо? Начну вот с такого вступления, может быть, пространного вступления. Потом мы с вами прочитаем библейские тексты и немножко поговорим об этом библейском тексте. Итак, в середине XVI века с новой силой возник спор о том, что является центром Солнечной вселенной. На то время ортодоксально, или, можно сказать, традиционно считалась теория Александрийского астронома Клавдия Птолемея. Согласно этой теории до XVI века, века люди понимали, что Земля покоится. Земля покоится в центре Вселенной. В то время как Солнце, Луна, планеты и система неподвижных звезд они вращаются вокруг Земли, каждая по своей сфере. Так вот, польский астроном Николай Коперник, он разработал новое представление об устройстве мироздания. И вот согласно теории Коперника, Наша планета вовсе не покоится. Вовсе не покоится, но наша планета движется. Постоянно в движении. И Коперник отметил, что она движется двояким образом. За сутки Земля вращается вокруг своей оси, а за год обращается вокруг Солнца. Таким образом, в XVI веке произошла смена ведущей теории науки, что сегодня для нас с вами известно как Коперниковская революция. Коперниковская революция. Между прочим, именно это событие, оно стало одной из стартовых точек начала научной, всей научной революции XVI века, когда научный прогресс, научные исследования, они принимают новые направления. Сильно меняется то, как люди подходят к научным познаниям, то, как люди исследуют. А гелиоцентрическая система становится не только теорией, но становится мировоззрением. 200 лет спустя, в Пруссии, в городе Кенигсберг, жил еще один очень известный ученый, Эммануил Кант. Человек очень, очень маленького роста, и говорят с большой головой, всегда опрятный. Он очень хорошо одевался, он всегда был причесан в парике. Его называли, когда он стал профессором, его называли элегантный профессор. Так вот, в 1724 году, когда он родился, его мама подумала, что он родился мертвым. Даже говорят, есть запись, в ее, в ее дневнике была запись о том, что Бог забрал моего сына. Младенца удалось спасти. Но вот всю свою последующую жизнь этот человек прожил в борьбе. Он прожил в борьбе за здоровье и за существование. Он был очень-очень слаб здоровьем, но был очень-очень сильным волей. Будучи слаб здоровьем, Кант подчинил свою жизнь очень жесткому режиму, что позволило ему пережить многих своих друзей. Знаете, говорят, он был очень-очень пунктуален. Он всегда строго следовал распорядку дня. Женат он не был, но всегда охотно беседовал с посетителями и был приятным собеседником. 79 лет своей жизни Имунул Кант прожил в одном городе, из которого выезжал он очень и очень редко. Знаете, предполагают, что никогда он не путешествовал далее стамиль от родного города. В возрасте 41 года. Иммануил Кант получает работу библиотекаря в университете города Кенигсберг. Затем в этом же университете он становится профессором. Так вот, 200 лет спустя, 200 лет после Николая Коперника, после Коперниковской революции, слово «революция» снова появилось в библиотеках университетов Европы. Снова люди во всей Европе говорили о революции. О революции Мышление. В 1781 году впервые был опубликован философский труд Эммануэла Канта под названием «Критика чистого разума» – «Critic of Pure Reason». Свой труд ученый задумывал несколько лет, написал буквально за несколько месяцев. Ну, Вначале его книгу никто не понял. Очень жесткая, скучная, отталкивающая книга, но постепенно, шаг за шагом, книга и автор не обрели известность. По ходу своих исследований ученый освещает способности разума человека. Но, знаете, на то время известность книги пришла благодаря тому, что Иммануил Кант писал о существовании Бога, а именно невозможности доказательства существования Бога посредством разума. Невозможность доказательства Бога, доказательства существования Бога посредством разума. А, вы знаете, для нас это не звучит резко, не так ли? А потому что мы с вами живем в такое время, когда это общепринято. Дело в том, что для 18 столетия именно такое казалось неслыханным и новым. Это казалось неслыханным и новым. И ко времени второго издания своей книги Эммануил Кант становится знаменитостью. К нему уже приезжают с разных концов Европы, чтобы поговорить. Но вот позвольте мне попытаться вот, хотя бы проследить аргументы этого человека. Вот для этого я хочу, чтобы мы с вами как-то пом помнили вот это вот слово «революция». А слово "революция", как мы отметили, это термин из астрономии. Изначально этот термин обозначал очень простое вращение. Термин "революция" изначально в астрономии обозначал вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Так вот впервые Иммануил Кант применяет слово "революция" по отношению к мышлению человека. Своими исследованиями ученый утверждает изменение способов мышления человека. И как результат новый взгляд на окружающий мир. Изменение способов мышления человека. И как результат изменения понимания окружающего нас мира. То есть меняется понимание окружающего мира. Между прочим, как ученых, так и мыслителей всегда интересовал именно этот вопрос. Вопрос понимания внешнего мира. Дело в том, что именно внешний мир, мир, который окружает нас с вами, он не оставляет человека в покое. Исследованиями ученые пытались построить мост от нашего сознания к внешнему миру. Очень важный вопрос, очень интересный вопрос, очень-очень глубокий вопрос: о чем говорит нам сегодня природа? О чем сегодня говорит человеку природа? Это важный вопрос, есть более менее важный вопрос, может быть, второстепенный вопрос: ну почему небо Голсинее? Земля коричневая. Почему днем мы видим Солнце, а ночью видим звезды? Почему во всем мы наблюдаем порядок или как все появилось? Что мы знаем о внешнем мире, или точно мы ли знаем о внешнем мире? Так вот, исходным пунктом воззрения Канта является утверждение о том, что прежде чем познавать мир, необходимо выяснить следующее. Можем ли мы познать мир? И если можем, то насколько? То есть Имануил Кант своими исследованиями пытается установить возможности познания человека или границы познания человека. Он рассуждает следующим образом, поскольку наше с вами самое главное познавательное оружие, самый главный познавательный инструмент человека это разум. Стало быть необходимо прежде всего определить или выяснить, выяснить способности и возможности нашего разума. То есть мы познаем только благодаря разуму. На, что, на какие способности, какими способностями обладает наш с вами разум? Так вот, по мнению Иммануила Канта, никто из исследователей до него, вот какой подход не избирал исследователь или ученый, не смог построить надежный мост от сознания человека к внешнему миру. Многие вопросы, Кант правильно это подчеркивает, которые касаются внешнего мира, они остаются неотвеченными. Многие вопросы, которые касаются внешнего мира и сегодня остаются неотвеченными. Поэтому Имануил Кант приходит к выводу, что мир сокрыт от нас, и полноценное знание мира и реальности невозможно. Мир сокрыт от человека, и полноценное знание мира или реальности невозможно. Итак, знание человека ограничено. Мануил Кант утверждает, что есть такие предметы и есть такие явления, которые существуют сами по себе и недоступны человеку. Есть предмет, есть такие явления, которые существуют не для нас, не для человека. Полноценное знание мира за границами возможностей разума человека. Мир, какой он есть сам по себе, для нас с вами непостижим. Хорошо, он спрашивает следующий вопрос. Тогда что же мы, что же мы с вами знаем или что мы с вами познаем? Опять Эммануил Кант отвечает, мы познаем то, как этот мир нам является. Единственное царство, доступное для познания человека, это феноменальный мир или видимый мир. Мир, который человеку возможно ощущать с помощью чувств. Наш с вами опыт составляет не сама реальность, а явление этой реальности. То, как реальность нам открывается в непостижимом для нас мире. А небольшая иллюстрация от рассуждений Эммануила Канта, его аргумента. Давайте себе представим познание вот этой вот книги. Что значит увидеть эту книгу исчерпывающим образом? Это значит увидеть ее во всех ракурсах, увидеть ее во всех видах, увидеть ее со всех сторон. Но каждый из нас, каждый из вас видит эту книгу только в определенной перспективе. Сидящие справа от меня видят эту книгу не так, как видят ее сидящие слева. Я вижу эту книгу по-другому. Каждый из нас видит эту книгу в своем ракурсе. Что же значит увидеть книгу так, как она есть? Увидеть книгу во всех ракурсах невозможно. У каждого из нас с вами остаются только аспекты, остаются только нюансы или оттенки этой книги. Для нас непостижимо увидеть эту книгу во всех ракурсах. И это границы, за которые не может перейти наше знание. Наше восприятие мира, реальности всегда будет связано только с ракурсами, только с аспектами. И поэтому любой взгляд на эту книгу – это точка зрения, близкая к истине, но далеко не истина. Любой взгляд на эту книгу – это точка зрения, близкая к истине, но далеко не истина. Принесите эту же иллюстрацию на окружающий нас мир. Мир является нам с вами только в оттенках. И любой взгляд на мир – точка зрения, близкая к истине, но не истина. Еще одна иллюстрация – это уже будет геометрический пример. Геометрический пример Николая Кузанского, ученый математик 15 века. Я прошу вас представить себе круг и треугольник, который вписан в этот круг. Давайте опять вернемся к книге. Книга, как она есть на самом деле, мы с вами сделаем такое предположение, это наш с вами круг. Хорошо? Книга, как она есть на самом деле, это круг. А каждый треугольник в круге это тот ракурс или тот оттенок, в котором нам с вами дана эта книга. Рассматривая эту книгу с разных сторон перспектив, измеряя книгу, считая страницы этой книги, а исследуя состав бумаги этой книги. Считая буквы этой книги, мы с вами добавляем треугольники в наш с вами круг. Добавляем треугольник в наш круг. Проходя каждое измерение, мы добавляем треугольник в наш круг. Проходя каждое измерение этой книги, у нас с вами появится тысячи, а может быть десятки тысяч треугольников. Мы вписываем в круг новое и новое. Но ну давайте сделаем такое предположение, что мы с вами дошли до того, что места больше нет в круге. Так вот, Николай Кузанский, ученый-математик 15 века, говорит, при этом ваш треугольник, или наш треугольник никогда не станет кругом. Сколько бы вы ни добавляли или умножали количество треугольников, они никогда не станут кругом. Это интеллектуальная истина. Точно так утверждает ему Кант любая познаваемая вещь. Предметы мы можем знать только в одной или другой перспективе. Мир, который окружает нас с вами, гораздо богаче нашего познания. Итак, Иммануил Кант, утверждая ограниченность разума, открыл неисчерпаемость знания. Утверждая ограниченность разума человека, Иммануил Кант открывает неисчерпаемость знания. Вы знаете, вот в том, как ученые относятся к знаниям и исследованиям до Иммануила Канта и после Иммануила Канта, можно увидеть разницу. Вот так вот говорят, что наука 17-18 века, она была очень и очень самоуверена. Наука последующих поколений – она научила людей скромности. И сегодня мы с вами знаем, что наука, развиваясь, показывает, что знание невозможно исчерпать. Не будет такого момента или такого времени, когда ученые скажут «Стоп! Мы все познали!» То есть знание человека, оно неисчерпаемо. Итак, каждый шаг в науке – это всего-навсего еще один треугольник – Писанный круг только и всего. Итак, наши с вами знания ограничены. Некоторые явления и предметы всегда, навсегда останутся за границей наших познаний. Вот выше мы с вами отметили, что известность именно Канту, его книги, пришла благодаря тому, что он говорил о Боге. Действительно, рассуждая о границах знания человека, Кант утверждал, что и Бог находится за границами познания человека. Бога невозможно ощущать. Он не является частью чувственного многообразия. Поэтому знание Бога для нас с вами недоступно. Иммануил Кант говорит о том, что наш с вами разум слишком слаб и очень и очень ограничен противоречием. Если мы с вами даже и дерзаем что-то говорить о Боге, наши утверждения обязательно будут ошибочны. Особенно это касается окружающего нас мира. То есть обычно до Иммануила Канта говоря о существовании Бога, показывали на природу. И говорили, если есть природа, значит, есть Творец. Вот Эммануил Кант сильно возражает и говорит, что только воображение того, что существует, не доказывает существование Бога. Эволюция мышления, созданная Эммануилом Кантом, скорее всего, имеет не меньшее влияние революции Коперника в науке. Если смотреть на историю человечества в целом, утверждение Канта – стали частью истории человечества. Зародились они в маленьком провинциальном городе, городе Кенигсберг. Но революция мышления пересекла не только границы стран. Революция мышления, она пересекла континенты и охватила весь западный мир. Это открыло дверь для того, что сегодня люди утверждают о существовании Бога. Видеть, а соответственно знать Бога для нас непостижимо. Это черта, за которую мы не можем переступить. Вы можете говорить о Боге, но вы не можете утверждать, что ваш вывод – это окончательный вывод. Между прочим, воззрения Мануила Канта в XVIII веке действительно упали, как бомба. Даже если вы никогда не были и не будете изучать философию Канта, если вы никогда не изучали и не будете изучать критику чистого разума, мы с вами являемся наследниками, наследниками этого мыслителя. Мы с вами являемся наследниками революции сознания человека. Как вы заметили, именно Кант не оправдывает или не утверждает атеизм. Скорее, он сделал возможным то, что сегодня называется агностицизм. Агностицизм – это слово, которое пришло в русский язык, в английский язык из греческого языка. Это слово имеет очень интересный состав. То есть приставка этого слова «а» – это отрицательная приставка, и корень слова «знание». То есть агностицизм или недоступное знание. Недоступное знание. Агностицизм настаивает на том, что мы не имеем нужных инструментов познания Бога и поэтому не можем сказать о Нем ничего определенного. Человек не имеет нужных инструментов познания Бога и потому не может сказать о Нем ничего определенного. Все доказательства существования Бога несущественны, поскольку их нельзя проверить экспериментом. А наука сегодня говорит о том, что если что-то невозможно проверить экспериментом, то, скорее всего, не существует. Не вижу не верю. Я думаю, вы встречались с этим. Вы знаете, вот агностицизм – это не просто особое отношение к вопросу веры или религии. Это мировоззрение, которое человека ставит между верой и между наукой. Многие ученые, которые сегодня как-то связаны с исследованием, они а, именно являются последователями этого мировоззрения. Ну хорошо, вы знаете, если говорить о том, как люди понимают этот мир, а, можно сказать следующее – что у каждого из нас действительно может быть свой взгляд на мир или взгляд на жизнь. Но вот в действительности существует только два основополагающих мировоззрения. Существует только два основополагающих мировоззрения, которые формируют выводы об окружающем мире. Наши с вами взгляды или выводы, мнения, они могут принимать индивидуальные формы или оттенки, но каждый взрослый человек принимает только одно мировоззрение. Итак, два основных мировоззрения: теизм и атеизм. Теизм и атеизм. Теизм утверждает, что Бог является причиной и опорой всего, что есть. А атеизм или нетеизм отвергает любое понятие Бога. Вот если попробовать представить себе эти два понятия, ну и попытаться представить, ну какое расстояние между этими понятиями. Вы знаете, на Земле мы с вами не найдем пропасть. Вот, которое бы показало расстояние, огромное расстояние между этими понятиями. Их невозможно соединить, их невозможно представить вместе. Но знаете, что интересно? Вот эти понятия теизма и атеизма, да эти два мировоззрения, они постоянно сталкиваются. Постоянная борьба, постоянное столкновение двух мировоззрений. Вот, допустим, Мануил Кант не оказался настолько смелым, чтобы сказать, что истины нет. Он завулировал свой вывод, истина есть, мы просто не можем ее знать. Наш разум, он сказал, слишком слаб и ограничен. Но такой скромный вывод на самом деле является одной из форм атеизма. Такой скромный вывод на самом деле является одной из форм атеизма. Не первый, поверьте, не последний раз столкнулись мировоззрения. На данный момент наших с вами рассуждений позвольте мысленно пригласить еще одного очень известного мыслителя. Я верю, именно этот мыслитель поможет нам с вами разобраться. Поможет нам с вами что-то ответить Мануилу Канту? Поможет нам с вами ну, по-другому увидеть революцию мышления? Мануил Кант жил в 18 веке, наш следующий собеседник жил намного-намного раньше, первый век нашей веры. Нам практически ничего не известно о семье этого человека, за исключением места его рождения. Где-то на юге в центральной части современной Турции находится город Тарс. Наш с вами следующий собеседник родился в этом городе. Если вы знаете вашу Библию, вы уже догадались, что город Тарс – это место рождения великого апостола христианской церкви, апостола Павла. Для истории человечества сохранились письма или труды этого человека. Вот по примеру брата Влада, я предлагаю, чтобы этот библейский текст мы прочитали стоя. Послание к римлянам, первая глава с 18 до 20 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что эти люди безответны. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, именно этот библейский отрывок мы с вами вполне можем воспринимать как возражение утверждением Канта. Именно этот библейский отрывок мы с вами можем воспринимать как возражение утверждением Эммануила Канта. Вот мы попробуем с вами сделать короткий обзор этого отрывка, и затем обратим внимание на сам аргумент апостола Павла. Итак, что в общем говорит нам этот отрывок? Первое. Апостол Павел, священное описание, святой, вечный, любящий Бог, говорит нам следующее. Рассматривая творение... Внешний мир, мир, который находится за, за наш, вне нашего сознания. Этот библейский текст говорит нам, мы можем многое узнать о Боге. Рассматривая окружающий нас мир, рассматривая творение, мы можем многое узнать о Боге. С одной стороны, Павел утверждает, Бог невидим, но рассматривая, оценивая природу мира, мы можем знать, что Бог существует. Можете себе представить, рассматривая природу, человек даже может знать, какой это Бог. Не просто Бог, а какой это Бог. Невидимый, вечный и божественный. Бог ясно показал себя в этом мире, и мы можем перейти от восприятия мира к существованию не Бога. Невозможно смотреть на мир и не заметить указатели на Бога. Павел утверждает больше. Для того, чтобы найти Бога в природе, не нужно быть ученым. Существование Бога настолько очевидно, что каждый может получить сообщение. Это следующее утверждение библейского отрывка. Я думаю, если вы ну, как-то пытаетесь понять людей, которые не верят в Бога, для нас это очень важно. Оказывается, Бога доказывать человеку не надо. Бога человеку доказывать не надо. Человек знает о существовании Бога. Вы знаете, Бог позаботился о том, чтобы каждый человек знал истину. И позаботился до такой степени, что вложил эту истину в разум человека. Истина о существовании Бога, она живет в человеке. Живет в разуме человека. Ну и теперь сам аргумент Павла. Пытаемся пройти путь от восприятия этого мира, от того, что окружает нас к существованию Бога. Вы знаете, вот со времени в образовании университетов в Средневековье существовало три основных аргумента существования Бога. Они называются антологический аргумент, космологический аргумент и телеологический аргумент. Самым популярным считается космологический аргумент. Иногда этот аргумент называют аргументом причины. Одна из самых известных формулировок этого аргумента, она была предложена в Средневековье Фомой Аквинским. Вот как она звучит. «Ничто не вызывается само по себе, Вселенная имела начало, она также должна иметь и дающего начало. Если Вселенная имела начало, она должна иметь и дающего это начало. То есть существование Вселенной ведет человека к причине всего существующего. Что мы с вами можем сказать о возникновении Вселенной? Что сегодня верующие люди должны говорить о том, как возникла Вселенная? Или давайте правильно спросим, что Библия говорит о возникновении Вселенной? Ответить нам поможет очень короткий-короткий стих Священного Писания. Самый первый стих Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. Знаете, если смотреть на содержание Библии, то вот многие библейские тексты они как-то вызывают споры, особенно споры между людьми, которые утверждают существование Бога и отрицают существование Бога. Так вот, первый стих Библии в начале сотворил Бог Небо и землю. Это один из таких стихов, о котором очень-очень много спорят. Один из самых оспариваемых стихов Священного Писания. В этом стихе есть три важных слова, которые являются центральными для библейского христианства. Это три слова следующие. Начало Бог и сотворил. Итак, в начале. А это тоже критический элемент библейского мировоззрения. Между прочим, существование Вселенной, как и жизнь человека на земле, имело отправную точку во времени. Это утверждает Священное Писание. Вступительное выражение в начале является больше, чем просто отметка во времени или отметка в календаре. А последующие книги Библии говорят нам о том, что начало влечет за собой конец. То есть начало обязательно подразумевает конец. И вот этот весь процесс истории человечества от начала до конца в Библии представлен перед Богом, о котором сказано, что Он первый и последний. Не один раз разными мыслителями высказывалась идея о том, как развивалась история человечества – есть очень распространенное мнение, так называемая теория исторического круговорота. Так называемая теория исторического круговорота или постоянное повторение периодов цивилизации. Это зарождение цивилизации, расцвет, упадок и в некоторых случаях гибель цивилизации. Люди, которые вот так вот смотрят на историю человечества, часто используют иллюстрацию восхода и заката солнца. Без различимого начала и конца Солнце встает и садится. Без различимого начала или конца солнце встает и садится. Встает и садится. В космическом смысле человек бегает по кругу. Согласно этой теории или этому наблюдению, жизнь человечества не имеет направления. А значит, ваша и моя жизнь не имеет никакого смысла. Священное Писание утверждает противоположный взгляд на историю человечества, не цикличный, а линейный. Not cyclical, but linear История человечества имеет направление. А значит, ваша и моя жизнь, жизнь человечества в общем имеет смысл. А значит, жизнь человечества, ваша и моя жизнь имеет цель. Следующее ключевое слово – это слово «Бог». Вступительное предложение Священного Писания говорит нам о том, что вот в этой огромной пустоте был слышен голос, голос вечного и неизменного Бога. Обратите внимание, Писание не просто говорит в начале, но Писание утверждает в начале Бог. Бог ⁇ это тот, который находится выше и за пределами всего существующего. Бог ⁇ это тот, у которого не может быть начала или конца, потому что Бог вечен. Бог не мог быть создан. Он сам является Творцом всего существующего. И если когда-то Вселенная имела начало, должен быть тот, кто обладает силой быть первым. Чтобы запустить это движение. Священное Писание провозглашает Бога как самосуществующего, self-existent. Бог имеет жизнь в самом себе и не зависит от каких-либо причин. Итак, мы отметили с вами: начало Бог и теперь сотворил. Знаете, есть причина, по которой сторонники атеизма направляют все свое оружие на именно библейское учение сотворений. Если подорвать идею божественного творения, христианское мировоззрение рушится. Если подорвать идею божественного творения, христианское мировоззрение рушится. Дело в том, что одной из основ нашей веры является учение о том, что мир не возник в результате космической катастрофы. Изучая Священное Писание, мы с вами верим, знаем, что Вселенная и жизнь человека на Земле – это результат направленной деятельности Творца. Итак, три основных момента. Было начало, есть Бог, Существует творение. Если первый момент твердо установлен, было начало, два последующих следуют как логическая необходимость. Если было начало, должно быть что-то или кто-то ответственный за это начало. А между прочим, вот сегодня доминирующая теория возникновения Вселенной, она также утверждает начало существования Вселенной. Теория большого взрыва. 15 или 18 миллиардов, миллиардов лет назад Вселенная возникла в результате гигантского взрыва. И так даже нашими сторонниками допускается начало Вселенной, но отвергается идея сотворения, идея существования Бога. Однако даже если Вселенная взорвалась, из чего она взорвалась? Вы знаете, за всю историю человечества есть очень древние вопросы. Вопросы, которые мы просто не давали, не дают покоя людям. Вот одним из таких вопросов является... Следующий вопрос. Почему существует что-то, а не ничто? Почему существует что-то, а не ничто? Почему существует бытие вместо небытия? Это, пожалуй, один из самых древних философских вопросов. Вот те, кто пытался ответить на этот вопрос, понимают, что есть только три основных варианта объяснить реальность, с которой мы с вами сталкиваемся. Три основных варианта, чтобы объяснить реальность, с которой мы с вами сталкиваемся. Первый вариант это... То, что Вселенная является вечной. Первый вариант – это вечная Вселенная. То есть на протяжении истории учеными предполагались разные модели вечной Вселенной. Но на сегодняшний день очень трудно найти научное подтверждение любой из этих моделей. Большинство даже светских ученых считает, что Вселенная имела начало. Все возможные сценарии существования вечной Вселенной рано или поздно приводят нас к противоречию, потому что просто необходима граница в прошлом. Второй вариант – материя или материальный мир существует и вечен. И третий вариант – вселенная возникла внезапно и драматически благодаря своей собственной силе. Вселенная возникла внезапно и драматически благодаря своей собственной силе. Вы знаете, когда-то, рассуждая об этом, люди использовали язык самосоздания, говорили о том, что вселенная создала себя сама. Но потом очень скоро опять пришли к противоречию, понимая, что самосоздание – это абсурд. Но сегодня вместо идеи самосоздания широко используется другой термин – случайное возникновение Вселенной. То есть когда-то говорили о самосоздании Вселенной, сегодня этот язык поменялся. И люди сегодня, ученые, говорят о случайном возникновении Вселенной. Первая молекула живой природы, говорят, появилась совершенно случайно. Как случайно падает брошенная вверх монета. Слепой перебор разных вариантов и как результат гармонии окружающего нас мира. Так неужели случайность обладает реальной творческой силой? Так неужели случайность – это не идея, а вещь? Сказать, что Вселенная возникла случайно, просто возвращает нас с вами к идее самосоздания, потому что случайность – это ничто. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как бы ни боролся с реальностью разум современного человека, любая из гипотез существования Вселенной Любая из гипотез существования Вселенной приводит нас к тому, что где-то в глубине Вселенной лежит скрытое пульсирующее ядро или источник питания, который существует сам, который существует вечно. Все остальное во Вселенной связано с ним. Как бы ни боролся с реальностью разум современного человека, любая из теорий существования Вселенной, любая из гипотез существование Вселенной приводит нас к тому, что где-то в глубинах Вселенной лежит скрытое, пульсирующее ядро, источник питания, который существует сам, который существует вечно, и все во Вселенной связано с ним. Между прочим, классический христианский взгляд на творение, сотворение Вселенной состоит в том, что Бог сотворил мир из ничего. Перед вами фраза, латинского языка ex nihilo. Это очень известная фраза, которую часто пользуются верующие люди. Привод очень простой. Out of nothing. Или из ничего. Однако, когда христианское богословие утверждает, что Бог сотворил Вселенную из ничего, это не то же самое, что сказать, что когда-то ничего не было, а затем из ничего появилось что-то. Священное Писание очень ясно утверждает, что вначале был Бог, а Бог это не ничто. Как мы уже не один раз отметили, Бог самосуществует и вечен. Он один обладает способностью создавать вещи из ничего. Бог может вызвать к существованию миры. В абсолютном смысле вот такой творческой силой, творческой способностью обладает только Бог. Он может создать материю, а не просто преобразовать ее из кого-то существующего ранее материала. Но представьте себе скульптор. Скульптор может блок мрамора превратить в красивую статую. Художник может взять холст и, смешивая краски, создать прекрасную картину. Композитор может, используя несколько нот, написать музыкальное произведение. Бог сотворил Вселенную не так. Бог вызвал Вселенную к существованию. Его творчество было абсолютным в том смысле, что Он не просто перекраивал вещи, которые уже существовали, Писание дает нам очень краткое описание того, как это было. Сказал Бог, да будет свет, и стало так. Это была сила божественного повеления. Бог сотворил мир силой и властью своего повеления. Когда художник или художница создают картину, они берут то, что уже существует, и преобразовывают ее в что-то новое. Это не настоящее творчество, это творчество, но творчество через посредника, Библейский взгляд на сотворение более поразительный. Библейский взгляд представляет собой действие творения, в котором нет посредника, кроме голоса Бога. Краски не было, там не было кистей, там не было молекул, там не было материи, была только бесконечная пустота. Поэтому сотворение Вселенной выводит нас с вами за пределы естественного, в Царство Сверхъестественного. Сотворение Вселенной ⁇ это не только начало природы, это и автор природы, это его творчество. Ну и как вывод несколько мыслей. Дорогие братья и сестры, мы с вами можем анализировать любые научные данные. Но ответ на вопрос о возникновении Вселенной не будет обнаружен при помощи научного метода. Потому что главный вопрос для человека не в том, что произошло. Главный вопрос для человека в том, что является причиной. Всего существующего. Между прочим, именно этот вопрос становится личным для каждого из нас. Вопрос того, кто является причиной всего существующего, становится личным вопросом для каждого человека. Потому что открывает участие Бога в жизни каждого из нас. В гигантской схеме Вселенной Бог заботится о жизни каждого человека. Смотрим на мир, думаем о мире становимся лицом к лицу с Богом, который заботится. Итак, Священное Писание отмечает, что каждый человек, который размышляет о сотворенном мире, знает, какой Бог. И трагедия она в том, что люди предпочитают отрицание. Люди или человек отрицает существование Бога не потому, что его чувства обмануты, не потому, что его разум ограничен, а потому, что зло живет в разуме человека. Любые попытки опровергнуть существование Бога, я прошу чтобы это помнили. Это не вопрос интеллекта человека. Это не вопрос доказательств, а вопрос нравственности человека. Человек не хочет знать о Боге. Именно об этом говорит нам Священное Писание. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправды. Гнев Божий открывается с небес на нечестивых людей, которые скрывают истину о нем. Посмотрите на этот текст внимательно. На что гневается Бог? Гнев Бога сосредоточен не на атеистах, а на особом проявлении зла в человеке. Преступление в том, что мы, и это наш древний грех, мы с вами скрываем, прячем истину. Истину о Бога, истину о Его качествах. Это человеческая религия, которая лишает Бога Его славы. Человек обкрадывает Бога. В одном из самых известных музеев Нью-Йорка до октября месяца на выставке находится одна из незаконченных картин великого мастера Леонардо да Винчи. Картина под названием «Святой Раним». Вы знаете, говорят, что ну, этот великий мастер, он долго писал эту картину и, скорее всего, не мог закончить эту картину. Он очень хорошо изучал анатомию человека. И вот в том, что осталось от этой картины, можно заметить переживания и страдания от человека, который находится в пустыне во время искушения. Вы знаете, вот заметно черты лица этого человека говорят, когда Леонардо да Винчи писал эту картину, он изучал анатомию. Он скрывал трупы для того, чтобы посмотреть, как устроены мышцы человека под кожей. Это настоящее произведение искусства. Но вот попробуйте себе представить, что будет с человеком, который попытается эту картину выкрасть. Это сегодня считается великим злом. Украсть картину Ленардо да Винчи. Почему? Потому что святой раним это часть творчества великого художника. Часть творчества великого художника. Вы знаете, апостол Павел говорит нам о том, что очень часто люди обкрадывают Бога. Обкрадывают Бога тогда, когда лишают Его славы. Тогда, когда говорят, что Вселенная возникла сама собой. Мы с вами обкрадываем Бога, крадем Его славу. Ну и последнее, на что обращу ваше внимание – Подумайте о том, что человека делает личностью. Я предложу вам следующий взгляд на то, что значит быть личностью. Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, особенно для молодого человека это очень важно. Человек как личность начинается с вопрошания. Человек как личность начинается с вопрошания. Личностью мы становимся не тогда, когда просим родителей купить нам компьютер или телефон. Личностью мы становимся тогда, когда получаем права или нам покупают родители машину, и мы начинаем ездить на машине. Личностью мы становимся тогда, когда вопрошаем. Личностью человек становится тогда, когда спрашивает. Спрашивает не бытовые вопросы, а вопросы, которые касаются нашего существования. Личностью мы становимся тогда, когда спросим, существует ли Бог. Личность начинается с вопрошания. Я думаю, мы с вами живем в мире, где не так легко общаться друг с другом. Теряется красота общения, теряется глубина общения. А вообще человек как личность, он очень, очень становится мелким, потому что мало спрашиваем, мало спрашиваем, мало думаем, мало ищем ответы на глубокие-глубокие вопросы. Так вот, друзья, я предлагаю вам подумать о себе, подумать о людях, с которыми вы общаетесь, и, может быть, когда-то вырасти, для того, чтобы по-настоящему спросить, существует ли Бог, по-настоящему ответить, по-настоящему подумать. Если Он существует, как это отражается на мое существование? Если Он существует, как же мне теперь жить? Конечно, мы можем жить, игнорируя все эти вопросы. В простых практиках можно идти, не обращая внимания на важные вопросы. Дело в том, что качество наших поступков дает нам только правильное мышление. Только правильное мышление дает нам качество наших поступков. Вы знаете, очень часто мышление сравнивается с очень-очень сложным инструментом, который важно правильно настроить, и очень трудно настроить. Мышление человека очень-очень трудно настроить. Оно требует очень-очень тонкой настройки. Поэтому сегодня христианам очень важно думать. Очень важно думать, очень важно познавать. Я призываю вас, вы молодые люди, учитесь. Учитесь хорошо. Старайтесь. Познавайте науку. Познавайте историю. Познавайте химию. Учитесь. Учитесь думать. Учитесь думать библейски. Учитесь думать по-христиански. Учитесь быть защитниками веры. Учитесь славить Бога своим разумом. Слава Богу за все. Аминь.